райская усадьба представляет. Сегодня у нас 17 мая 2016 года. Была построена теплица фермер 3х6. Теплица простая. По торцам установлены разрезные двери форточки. С обоих сторон поликарбонат 4 мм, 0,7 старая плотность. Теплицу поставили на брус, подготовленный клиентом. И вторая конструкция была сделана. Это навес 2,5х5. Навес сделан под профлист. Должен был устанавливаться на бетон. Но бетонного основания нет, поэтому установили на брус клиента. В дальнейшем ее перенесут и переставят на бетон. Он от дождя вроде как пиломатериал не спрячешь, все равно боковой дождь его заехал. Уральская усадьба представляет. Теплица арочная. Длина 6 метров, ширина 3 метра. Теплица арочного типа называется фермер. Арки в виде ферм. Сделаны из профильной трубы 20х20, полимерно-порошковая краска, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. По торцам установлен резиновый уплотнитель. По периметру теплицы установлен торцовый профиль. С двух торцов у нас разрезные двери форточки. Также в теплице установлена система подвязки по две нитки на каждую сторону. И коньковые фрамуги. Теплица стоит на брусе 100 на 150 пропитанным антисептиком. Второй дубль. Уральская усадьба представляет. Теплица фермер. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Сделана из профильной трубы 20х20, полимерно-порошковая краска, арки в виде ферм, поликарбонат 4 мм, 0,7 старая плотность. По торцам установлен резиновый уплотнитель. Также внутри теплицы есть перегородка, делящая теплицу пополам. В каждом торце установлены разрезные двери форточки. Сама теплица поставлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком. Также у нас в теплице сделаны грядки. 4 штуки, по 2 в каждом отсеке. Есть коньковая фрамуга. И есть система подвязки. По 2 нитки на каждой стороне. Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители. Подписывайтесь на наш канал Уральская усадьба. И вы узнаете много интересного и полезного про теплицы. Сегодня у нас 2 октября 2016 года. Была сделана теплица арочная. Прошу прощения, фермерская. Шириной 3 метра, длиной 10 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х20. Полимерно-порошковая краска. Арки выполнены в виде ферм. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. В имеющейся перегородке установлена дверь купе. Также сделана система подвязки. 3 нитки и 2 коньковые фрамуги. Перегородка делит теплицу на 2 равные части. Сама конструкция закреплена к бетону, бетонному основанию, которое подготовил клиент. Также у нас есть торцевой резиновый уплотнитель.
и по всему периметру поликарбонат, защищен торцевым профилем.